Зональные совещания по итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления проводятся уже четвертый год. Они приурочены к общероссийскому празднику Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. В каждом муниципалитете советы ТОС содействуют в решении различных вопросов с населением, помогают улучшить условия в микрорайонах, следят за порядком на улицах и решают проблемы в коммунальных и транспортных системах. Сейчас на территории края действует без малого 6 тысяч органов ТОС. Вместе с активом, всеми вовлекаемыми в конкретную работу людьми, это огромная сила, которая способна на местном уровне к реализации больших и серьезных дел. И состав их сильно омолодился. Люди среднего возраста и даже молодежь тоже потянулись к общественной работе. В ходе совещаний с докладами о проделанной работе выступили и руководители органов ТОС. Они также поделились друг с другом опытом укрепления взаимодействия структур разного уровня в решении вопросов местного значения. Для сочинцев 2014 выдался насыщенным. Олимпийский год требовал от тосовцев усердной работы с населением по благоустройству территорий и приведению их к единому архитектурному облику, а также организационной работы на спортивных объектах. За большой вклад, внесенный в период подготовки и проведения игр, ТОС Мацеста был отмечен губернатором как передовой. Каждый человек, проживающий на нашей территории, делает очень много. Это заслуга всех, кто там живет. У нас премия 500 тысяч. Значит, мы уже решением ТОСа приняли такое решение. Будет строиться на Мацесте теренкур, и все средства мы пустим на этот теренкур, на благоустройство теренкура. За профессиональную и активную работу были награждены 132 органа территориального самоуправления. Они представляют 37 муниципальных районов и 7 городских округов края. Победителям вручили дипломы, благодарности и субсидии из краевого бюджета на решение социально значимых вопросов местного значения. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.